Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Вот, в прошлой серии мы с вами начали путешествие большое, и, как я говорил, что не знаю, кто это и зачем, и как ее зовут. В общем, оказалось, это сестра. Не успели мы с ней познакомиться, как у нас ее тут же и скоммуниздили. Вот, оказывается, ее зовут Коко, сестричку. Вот, и спасибо за подсказки моим подписчикам, а именно Григорию Сивухе и Александру Лысенко. Спасибо вам, ребята. Вот, ну а мы чё, мы продолжаем. Вторая серия. А, вот, смотрите. Как можно не умиляться вот при виде этого вот зверька. Вот. Да, прикольный чувачок, конечно. Так, ну, в общем, в прошлой серии мы с вами по снегу побегали. Ну, в этой давайте, не знаю. Тут вот есть что-то похоже, по-моему, на то, что было в первой части. Такой уровень зеленый весь тоже это. Давайте сюда попробуем сходить. Пойдем не по порядку, короче. А... Так, сейчас, наверное, заставка еще будет какая-то. Нет? А, нет, мы управляем. Так, и чё, куда это я? Телепортнулся. А, сейчас же, да, сейчас каждый уровень начинается вот с такой вот, не знаю, что это, какой-то комнаты. Вот. Так, ну что, выходим в мир. Ой-ой-ой. А как? А, на него сверху надо было, что ли, запрыгивать. Ух ты, блин, а. Тут же, о, хорошо, тут же масочка и вернулась. Так. Воу-воу-воу-воу-воу! Блин, да что такое? Испугала меня эта птица. Так, вот если я сейчас крутанусь... А, можно сейчас вот так делать, да? Оп! Ага! Там, оп! Отлично! Еще и жизнь. Да, меня там кто-то спрашивал. Ох, смотрите-ка. Еще одна такая птица. Блин, интересно. Давай, лети. Рано нажал. Кстати, новые анимации смерти тоже прикольные. Да, меня кто-то спрашивал по части читов, знаю я ли на нее или нет. Конечно, не знаю. Если я в нее не играл, чтобы мне знать читы. А, можно на ней прыгать, да? Короче, это черепашки, смотрите-ка, как в первой части. Но они такие стали шипастые. Так, ладно. Полетели, масочка. Блин, я все жду, когда масочки появятся плохие. Да как? Блин, может, на нее сверху прыгать надо? Ой, чуть было не было. Чик. Так, там же, блин, еще одна сейчас будет такая птица. Так, может ее перепрыгнуть просто, а? Ты сзади же не нападешь? Ладно. Да, блин, опять что ли? Да вы чё? Вот и новые враги, я все говорил, что в первой серии, что там что-то не вижу особо усложнения, прям такие. Так, оп. Так, масочка, хорошо. Блин, ну как-то надо тебя научиться убивать. Если тебя можно, конечно, убить. У тебя нафиг.
Так, отстой. О, у нее там ничего себе, вы видали? У нее там пилы на спине, я не сразу заметил. Офигеть. Так, во, развилка. Так, надо в обе стороны сходить. Так. Чик. Ой, блин, яблоки разнес. Так. Так, подождите-ка, а где эта развилка-то заканчивается? Неужели это прям такая серьезная развилка? Вот, тварина. Ай-ч! О, есть! Чё, сдохла? Есть! Нашли управу. Короче, сверху на нее можно запрыгивать. Так вот. Крэша не взять голыми руками, он во всем разберется. Всегда поймет, кого как приструнить. Так, вон их. Ой, их две там. Так, а где появились ящички? Вроде не было. Дальше, наверное. Блин, а? Ё-моё, масочку у меня отобрали. Грустно без маски. Так, второй алмазик. Хорошо. Так. Смотри-ка. На. Бедный Крэш. Пим. Так, а чё, масочку не дадите, да? Блин, без маски. Тяжко будет. Гляньте, сколько у нас жизни уже. Хотя мы уже и умирали вроде бы. В общем, надо запасать. Блин, опять эти птицы. Так. Что, если туда перепрыгнуть и резко назад? Перепрыгнул резко назад. Так, не дамся врагу. Зря я сказал про жизни. Так. Аккуратней надо. Аккуратней. Ну, давай, гадина. Ум. Очень-очень опасно. Это какой-то пеликан или что-то типа того. Опасные твари. Так. Пин. Блин, да как же... Как вас пройти-то, а? Гадские гады. Двойной прыжок не могу сделать, не успеваю. Она тут же меня подсекает. Блин. Иди сюда. Ну еще ладно, можно. И только до ямы нет. Там яма и чё, блин. Я не знаю. Вот с этим, с масочкой было бы здесь нормально. А вот без масочки, конечно, трудно. Так, а если крутнуться? Перепрыгиваю, сразу кручусь. А, он, короче, клювом. По клюву его бьешь, ему пофигу. Это вообще какой-то этот бомбардировщик, которому на все плевать. Так, а может назад как-то можно, а? Блин. Там же где-то маска была. Непонятно, куда, правда, прыгать. Воу. Так. Ха-ха-ха!
такого быть не может. Короче, я не тот путь, наверное, выбрал. Там вправо, наверное, было легче. Наверное. Что за ерунда? Это второй уровень всего, и уже такие сложности. Как так? Так, а тут же... Там что-то мне говорили, что можно высокий прыжок как-то делать. Ну-ка, подождите. X плюс нолик. Так это он падает вот так вот. Притвориться дохлым. Блин, вообще не смешно. Нажимаешь нолик, и он, короче, вниз падает. О! Мне маску дали. Короче, они поняли, что все, я... Дно. Я ее тут же потерял. Вот надо же быть таким днищем, а? Ну вы гляньте, а? Ну как так? Мне маску дали и... А, ё-моё! Это ж детская игра. Капец, как так можно было просрать маску, а? Кто-нибудь мне скажет? Так... Всё, меня начинает бомбить уже. Так, о, ништяк, опять маска есть. Отлично. Ни в коем случае нельзя просрать. Блин. Это мы тут успели уже на две жизни, по-моему, заработать. Столько раз дохли. Это ж надо, блин. Так. Ну окей. Так, вот здесь мы тогда взяли, по-моему, этот... Так, что у нас дальше? Так, ты, блин, с иголками. Ну тебя нафиг. А, вот только здесь бы мы это, да? Соединились. Ничего себе. Так. Черепахи эти. О, отлично. Чекпоинт. Ха. Подожди. Что это впереди? Туда можно прыгать? Нет. Какого лешего? А, что это такое? Нифига себе, крысы. А как перепрыгнуть-то? Да. Что они делают? Да я ж крутился! Как так-то? Да он бы их сам, блин, загрыз всех. Он же тоже грызун. Так. Ага, нет, не канает. Во что он там уцепился? Почему он не бежал вниз, а? Чё-то меня прям бомбит здесь. Как так вообще? Чё тут делать-то надо? Я вообще нормально, что сюда падаю? Сколько у меня жизней-то осталось? Две! Ё-моё, 12 было! 12 жизней! 10 жизней слил. И то нам еще 2 давали. Все, последняя жизнь. Охренеть просто. Просто охренеть. Просто надо было на месте стоять, не
не суетиться. Кто ж знал-то? Я до конца уровня-то дойду, нет? Чё здесь? Ой, я куда-то провалил. Ага. Окей, чё-то какой-то новый этот. Динамит? Так, стопэ. Тут надо с этой, с разгона. Ух! Он сейчас научился ползать. Прикольно. Смотрите, смотрите, что творит. Ой, не, здесь я по-любому сдохну. Я, блин, по этим прыгать не умею. А, ну их нафиг. Так, 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 что дальше? Ага, окей. Оп! Оп! Чик. В обраточку. О, жизнь! Нормулики. Так. А, ну окей, ну хоть жизнь взяли. А, еще одну дали жизнь. Пойдет, пойдет. Так, представляете, было бы 14. Нормально. Блин, опять к этим крысам, что ли? Да вы что, издеваетесь? Фу, ну ладно, главное алгоритм знать. В принципе, уже со второго раза вообще жизни не потеряли. Чуть не сдох. Чуть не улетел, блин. Так, черепашки, черепашки. Так, ну вот нафиг черепашки. Да опять что ли туда? А-а-а, как мне не хочется туда прыгать, вы бы знали. Ух. Так, ну-ка давай выбирайся. Крэш. О, наконец-то. Нифига, сколько я ящиков не взял. Ай-яй-яй. Ну ладно, мы все равно не на 100% проходим. Да, слушайте, не ожидал я от этого уровня такой прям сложности. Это второй уровень, ё-моё. Но правда, в первой части таких подлянок не было, это... По сути, вообще что-то новое. Дальше вроде неплохо справились с ними. Конечно, непозволительно много жизни потратил. Так, давайте засейвимся. А, кстати, нововведение хорошее, что можно сейчас после каждого уровня, да, сейваться. То есть, в первой части там можно было сейваться, только когда попадаешь в бонус уровень к своей подружке. А еще не факт, что ты туда попадешь. Вот, поэтому здесь с этой точки зрения немножко облегчили задачу. Чё, давайте еще один уровень пробежимся. 20 минут. Если таких затыков не будет. Вот, давайте сюда. Turtle Woods. Черепашьи леса. Так. Выходим. А, тоже все это. Ой, дождик пошел. Кстати, я вот не помню, по-моему, в первой части погодных эффектов не было, да? Или были? Что-то я не помню уже. Надо жизни набирать. Ой-ой-ой. Ха! Так, это что? А, я в демке видел, это просто грязь. Надеюсь, он не утонет. Нет, не тонет. Прикольно. Так. Это кто у нас тут? Броненосец? Потёмкин.
есть. Тинь-тинь. Бум-бум. Не, все равно весело. Даже когда бомбит, все равно весело. Четкая игруха. Вообще огонь. Что здесь? Рожа какая-то. Ой, сейчас придавит чем-нибудь, нет? Что, звук какой-то, пила или что, нет? Нормально? Так, это у нас масочка. Чекпоинт. Так, ага, во, бонус уровень. Поехали. Так. Приз. Сектор приз на барабане, товарищ Крэш. Так. Хорошо. Кстати, бонус уровни тут полегче стали, но с другой стороны здесь что-то и ничего в них, кроме жизни, нету. Там мы что-то тоже, да, там кристаллы мы собирали в бонус уровне. Так, хорошо, 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 хорошо. Жизни! А, еще одна уже 6. Отлично. Ну, благо тут жизни не так сложно собираются. Потеряли, конечно, много, но и, в принципе, уже половину жизни восстановили. Хорошо. Конечно, если бы я пробежался перед записью, перед прохождением сам один без камеры, естественно, таких затыков бы не было. Ну и, наверное, не так прикольно бы зато было. Так, меня побомбило немножко. Вы там поугарали, наверное, надо мной. Негодяи. Всегда же весело смотреть, как кто-то другой мучается. Я прав? Так. А, чё вторая даст маска? Что её ставить? А, она же тогда более прокачанной становится для двух ударов, да? А-а-а, опять эта хреновина, блин. Крэш, ну чё у тебя нет какого-нибудь разгона, а? А-а-а, очень-очень плохо. Чё-то мало. И крысы, наверное, боятся дождя. Воу, чуть было не было. Тик. Ай-яй-яй-яй, опять. Боюсь этих крыс. Так. О, отлично. Ох, отлично, отлично. Прям жизнь, прям сразу кристалл. И яма. Ну, куда же без вас, конечно. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ух! Чуть было не было. Так, масочку не покоцал? Вроде нет. Пиу! Масочка — это тема. Так, птички. Все. О, тоже половину сундуков не собрал. Ай-яй-яй. Иу. Вот такой вот Крэш второй. А. Рожа такая радость. Так, что такое заставочка? Three crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the fifth crystal. Короче, похвалил, что мы собрали уже 3 кристалла, но ему нужно еще, чтобы там увеличить мощность какую-то. И я, говорит, с тобой свяжусь, когда ты мне понадобишься. Кто б тебя нафиг ждал бы. Но меня радует, что вот масочка у нас двойная, прям вообще огонь, да? Ю-ху!
Эш радуется. У-ху! Ну, Шкода просто. А, ладно. Давайте на этом закончим. Как раз полчасика серия длится. Нормально, два уровня прошли, побомбили, встретили новых врагов. Пойдет. А, сейчас я еще рекламу зачитаю. Что-то он так погрустнел. В общем, в субботу, 18 марта, у меня на канале будет стрим-конкурс, опять же таки. Только сейчас немножко, ну как бы, чуть-чуть по-другому будет проходить. Ну, об этом узнаете позже. Вот. Самое главное, заходите сейчас в группу ВКонтакте, там объявление уже я вывесил. Читайте условия. Ну и репостите эту новость, подписывайтесь на группу ВКонтакте и на канал. Это является обязательными условиями участия в конкурсе. То есть те, кто не подпишутся на канал и на группу ВКонтакте и не сделают репост этой новости, те участвовать в розыгрыше не будут. В принципе, новость уже сутки висит. Я что-то смотрю, как-то не очень активненько вы участвуете. Давайте поактивнее, поактивнее. Тем более я уже объяву и на канале сделал в двух видео. Так что, народ, давайте активничайте. Вот. Призом будет что-то ценное, в общем. Что-то ценное. Опять же, пока говорить не буду, пускай будет сюрпризом. Узнаете прямо на стриме. В субботу. Да, будет в субботу в 16 по Москве. Сами уже там считайте, где вы, смотря находитесь, в каком регионе. От московского времени сами высчитываете. В 16.00 по Москве. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Крэш тоже прощается, вот. И увидимся в следующей серии. С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова Об Играх. Всем пока-пока.